Так, друзья, сегодня у нас 27 августа, передают заморозки сильные. Ой, ну как сильные, там 2 градуса ночью передают, а у нас будет холоднее, как бы не было заморозков. Вот хочу показать, что мы имеем на данный момент. Это экспресс ранний, сладкий. Я сейчас не буду прибором сахарозность мерить. Если переживем этот заморозок, тогда уже по мере созревания полного винограда мы с вами пройдемся, я надеюсь, и посмотрим, сколько сахара что набрал. Так, это макузаня. Ну, здесь молодежь, ничего интересного, ничего такого сверхудающегося нет. Вот, плоды есть на экспрессе, есть на вот это маркет у нас. Ну, маркет еще кислый. Угу, кислятина. Ой, кошмар. Вот, сейчас мы посмотрим взрослые кусты. Что у нас здесь? Ну, это вот, как говорится, предположительно загадка Шарова, но что-то не похоже, не знаю. Она не вызреет, понятное дело. Загадка это. Так, это ронда, технарь. Вот он только окрашиваться начал, но уже сахар есть. Кто ты? Женщина, кто ты? Harvard Square вот это. Красивый? Смотри какой. Удивительно. Вот ведро собрала сейчас. Похвастала, смотрите, влезла. Не удержалась, да? Так, вот еще один у нас куст экспресса. Экспресса. Экспресс, короче говоря, похож на экспресс. Потому что он уже сладкий. Да. Все. Вот он готов. Так. Мы пробежимся чисто по тем кустам, где у нас есть плоды. Так, это, по-моему, Leopais Zinters. Он. Нет, он еще не готов. Так, бьянка, похоже. Бьянка, похоже, у нас не созреет. Даже не размягчилось еще. Короче, походу бьянка у нас непригодна к выращиванию. Хотя многие выращивают. Так, это у нас солярис. Угу. Солярис уже сладкий. Но недостаточно. Так, это кристалл. Кристалл, кристалл. Угу. Кристалл недостаточно сладкий, но уже сахар набрал сколько-то. Другой куст попробуем. Угу. Нет, еще ему висеть. Так, давайте заглянем в теплицу. Этот виноград, мы с ним расстанемся. Потому что в теплице такой мне не нужен. Левакумский устойчивый, он технарь. Прям конкретный, мелкий. Вот, косточка уже коричневая, как бы он созрел, но такой, ничего особенного. И такой виноград, как бы, держать в теплице я не вижу смысла. Не знаю, посмотрим. Наверное, я оставлю так его на зимовку в этой емкости, так как у меня на замену все равно ничего нет. Но такой в теплице не нужен. Так, Надежда Азос у нас вот восстанавливается вроде бы после заморозков весенних. Вот лоза начала зреть. Ее нам нужно оставить. Очень вкусный виноград. Для теплицы самое то. Может быть, когда-нибудь у меня будет теплица для винограда. Так, молодежь, вот она. Вот кусты, если вы видите, я все привел в порядок. Так, вот они сейчас выглядят. Значит, это у нас... Что это у нас? Зилга, зилга. Конечно же, это зилга. Так, попробуем. Сладкая, но недостаточно. Ей еще висеть. Так, ну пусть висит, если она переживет заморозок. Это будет здорово. Так, Агат Донской. Агат Донской вот дал такую сигналку. Ну, давайте попробуем. Нет,
Вообще, еще долго ему. Сахара даже близко нет. Так, ну вот Гарольд. Ну вот Гарольд. Похоже, что он будет у нас. Ну, перспективный сорт, если в следующем году все нормально будет. Такой ничего, знаете, вкус. Как настоящий виноград. Именно столовый. Сладкий, но, мне кажется, знаете, еще должен повисеть, еще больше поднаберет сахара, и будет вообще замечательно. Такой он водянистый. Видимо, из-за лета. Лето у нас такое дождливое, и все-таки вкус, он так не раскрывается, как должен. Если бы было много солнца, то было бы, я думаю, гораздо вкуснее. Но все равно очень даже. Так, ну, кадрянка, походу, в этом году я пролетаю с кадрянкой. Я вот не знаю, стоит ли оставлять вот эти грозди. Наверное, я их срежу. Хотя бы, может быть, часть. Ну, размягчилась ягода. Не скажу, что кислятина, но я думаю, что до кондиции не успеет дойти, если будет простая, обыкновенная наша осень, не какая-нибудь теплая там, приятно нас радующая, а стандартная дождливая осень, ничего, я думаю, не вызреет. А вот Шевченко, вы знаете, я его удалять собирался, а вот он очень поздно начал окрашиваться, быстро окрасился и уже сладкий. Очень вкусный. Косточку давайте посмотрим. Так, какую взять нам? Нет, косточка белая. Но виноград сладкий. Ну, пусть висит. Шевченко. Вот. Но я думаю, что еще он так интенсивно начал зреть из-за того, что нагрузка минимальная, на кусте практически нет, сами понимаете. Такой кус мощный, а всего тут одна, ну, две. Ну, это можно сказать, что 0,1 грозди. То есть, поэтому, ну, как бы он и так быстро созрел. А кадрянки нагрузка такая приличная. Кстати, вот такая гроздь интересная она. Давайте тут попробуем. Нет. Не сладкая. Ягода не сладкая. Так, еще посмотрим. Вот здесь у нас кристалл. Кристалл. Вот это слаще, чем на тех двух кустах. Этот слаще. Но сейчас посмотрим. Нет, косточка белая. Так, здесь нечего смотреть, денисовский пустой. Здесь у нас получается, давайте оттуда пойдем, П-26. Технарь П-26. Так, он у нас. Кислый. Он кислый. Так, это П-33. Сигналка такая вот, маленькая, совсем ни о чем. Такой же, как П-26. А вот П-34 радует. Я его уже давно щипаю. И он сладкий. Сладкий. Ну, косточка начинает коричневеть, но еще светлая. Вот, ну здесь вот амурец, да, технарь. Ну, вино самое, наверное, будет то. Класс, слушай, да и так он вкусный. Ну, пусть висит. Пусть пока висит. Так, вот Чарли. Давайте Чарли. Попробуем. Косточки зеленые. Ну и сам он незрелый.
не до отвращения, как бы кислый, но сахара нет, мало. Так что вот, такой виноград у нас на 27 число, на 27 августа. Ждем заморозка на днях. 2 градуса у нас обещают, вполне возможно, что будет и 0. Ну и тогда это будет вообще капец. Я постараюсь промониторить температуру, там вечерком посмотрю, как чего, сделаю для себя прогноз, и может быть даже надо будет снимать вот этот виноград, жалко потерять его. И пешку ту 34-ю тоже тогда снимем. Ну, зилгу, наверное, рано, нет смысла снимать. Она не добрала еще сахара. Кристалл тоже. Ну, солярис здесь нечего снимать. Бьянка не вызреет. Так, ну а там ронда. Ронда, в принципе, ему, наверное, мне кажется, он переживет. Он такой устойчивый. И там загадка шарового не вызреет, короче говоря. Наверное, пересорт. Что-то геморрой какой-то с ней. С загадкой не должно быть проблем сильных. Ну, в общем, вот такие вот грозди у нас на данный момент. Посмотрим. Будем надеяться, что минует нас сильный заморозок, и виноград еще какое-то время позреет. Я оговорюсь, что если у нас есть кто выращивает виноград в Александрии, так вот в Александрии по сравнению с нами разница температуры просто колоссальная. Вот что значит город. Я вчера уже поздно вечером, ночью, можно сказать, ездил за яйцом. У нас здесь было 7 градусов, в Александрии было 15 градусов. Представляете, такая разница. Так что вот кто выращивает виноград в городе, ну там, скажем, в городской черте, в частном секторе, то сразу можно сказать, что сад, сумма активных температур там будет выше, чем у нас. Так что там, скажем так, блатные условия для выращивания, более блатные условия для выращивания северного винограда, чем здесь у нас в деревнях, ну в любых деревнях. Там всегда холодней. Город все-таки дает температуру. Ну что, как вы думаете, есть перспективы у нашего северного винограда? Вроде бы как, несмотря на такое поганенькое лето, какой-то результат мы получаем. Будем надеяться, что правильно применив всю агротехнику наших северных регионов, мы сумеем довести лозу до кондиции, чтобы она вызрела. И на следующий год, может быть, даже будет у нас что-то поинтересней. Кусты будут более взрослые, более развитые. И будем рассчитывать на большие успехи, чем в этом. Ну и как бы, в принципе, наверное, и неплохо, да, для такого года. Я думаю, что кондиции эта ягода успеет набрать все-таки. Надеемся на бабье лето. Ну а на этом спасибо за внимание. Всем пока. Всем всего хорошего.